Так, дубль 5. Каждый раз. Ебать, чисто гномы такие, блядь. Гномы быстрые ноги. Гномы на взводе. Гороховая тяга. Без, здорово. Да, я. Я думаю, они отсюда дострелят. Зерхуртим, потому что. Так, что я тебе приду опять, да? Так. 150. Все, передал. 20 секунд, и они выходят. Че, какой лучше, взрывной вот этой, наверное, стрелять? Да, наверное, уешный. Это Endless War, помнишь, который бегали там? Механик тоже тогда бегал. Ты тогда тоже чуть-чуть лучником играл. Да, это ОБТшка еще. Да, они тупо не доходят, блядь. О, ему тоже привет. Ясно. Зачем башня? Так подожди, это первая волна сейчас. Подожди, сейчас все по-другому. Можешь воткнуть. Я передал усилёлку. А, ты все скинул. Так, 4, 3, 2, 1. Ты не пройдешь. Не ощущаю уешности, на кислоту переключу. Возможно, амба, возможно. Да, блин, они вообще просто без шансов, они еще не дошли даже до башен. Что за, блин, ну, по-моему, лучники гномы сильнее играют. Так, давай. Ну, не, подожди, не передай, можешь усилялку поставить. Уже поздно, я передал. Давай на следующий поставлю. Ну, я, по крайней мере, знаю, кого надо делать для этого данжа. Можешь ставить башню. Так, да. Сейчас.
Ну, вот бой был уже все, жесткий. Перехожу на бомбы. Ну, хз, если админы сами захотят, типа того. Там на Ну да. безвозмездно. Ну, слушай, все равно как-то они развалились. А, музыка, музыка, музыка. Можешь ставить. Ага. Так, у меня еще есть типа пашенка. Давай я скину, что там поставишь ты? Точно 4 скинул. Блять, заебали тебя. Я тут постоянно башни выделяю случайно. Ну, тупо до следующих башен даже не дошли. Потому что целый комплект стоит. Охренеть. Ой, шаманы эти, блин. О, слушай, а у Еши, да, по двум, это, по трём мобам. Этот, стойка. Ай, блин, зря я это сделал. Что такое? Сейчас же шустрые вот эти побегут. Я улучшил все 4 башни уже наверху. Свои. Ну ладно. А сейчас вот эти быстроходы побегут же, блин. Так, на них походу сам не канаешь.
Тут можешь поставить башню усиляющую. Пиздец, конечно, жестко. Насколько эта башня интересна, усиление профит, ну вот что интересно. Тут просто особо альтернатив-то на самом деле нету. Туда, ну, хз, дамаж еще можно воткнуть. Я тебе скидываю еще. 80. Так, оно, видишь, чисто по структуре получается, что как бы 5 башен, 5 и 5. О, блядь, спасибо за подписку. А, это Дебизон. Ну, медведи валят. Ну, это медведи-призраки, которые это... С оборотом, типа. Вообще приятный лучник достаточно. Да. Так, вот сейчас будут эти, как их. Так, я тебе скидываю, ставь на башню. Угу. Что там будет? Как же они? Ой, блядь, не тому передаю. Все, перекинул. Ой, скажи мне, я тебе скажу. Волки или каких там, или... Которых дамажить надо бежать, понятно. Да, тупо, да. Давай, беги сюда тогда. Бегу. Это я пожелтел. А, это пет. Не, я хз, это не серьезная какая-то тема вообще. Изи. Баланс, блин. Они все равно, они не заберут скиллы же, персонажи уже. Тут типа, эта херня не пофиксится. Можешь усилялки поставить по краям. Сейчас РБ, да? Босс типа. У меня 50 этих частиц осталось. Угу. Скинуть, не? Да, скидывай. Кинул. Да, блядь. Так.
Ну и забыл на кислоту переключить. Что надо делать, я не понял. Да. Понятно. Не, ну, в принципе, на самом деле, не прям таки очень большая разница. Ну, по Вот мобам сейчас очень интересно большая следующий. разница. Сейчас следующие волны будет интересно, что как. Сколько там волн пройдено было? 17. Не, на 18 мы померли. А чувак прошел. 26 волн соло. 26 мы пройдем, я думаю. Даже больше. Хз, а я сомневаюсь, там мобы все равно жесткие. Я так понимаю, в данже вообще мобы не меняются от уровня. То есть, типа, тут халил контент. Нет, там же данж будет потом еще А, еще один. 80 плюс. Хрюшки, хрюшки! А за каждую волну дают там итемы. Там еще бывает рандомная награда. Ясно. Только с крыши, смотрю, падает это золото, да. А, и награды нет, просто волны, я понял. Так, скидываю тебе эти монеты. 3, 5, 4. Наверное, там улучшай сразу? Или нет? Не. Мне это вообще рано улучшать. Я еще не достроил. Тебе еще две башни усиляющие надо поставить. О, филяющие мобы. Ну это пиздец, конечно. Вот это вот дичь. Ну, с большого расстояния стреливайся. Что ж там, по идее. Разницы нет. Ты от того, Нахрен. что ты атакуешь. Ах ты, блин, контрфир, жопа. А, и правда. Я просто по КДФИ. Сука. Я еще за башню забежал, блядь. Да ну, блядь. Ни одно не прошло. Ну, кстати. Ставь башни.
тебя еще есть? Ой, что-то мне их много. Улучшай, я их да? Не поставил. Вам. Ставь сюда. Через баф. Что за баф? Так, я тебе перекидываю. Чем? Ну, усиливай все усилялки. Беги наверх. Угу. За 300? Что за баб за 300? Не понял. Да, блядь. О, стражи бегут. Который хрон от нас не идет. Ну, я бы не сказал. Ну да, зато дебафы. Не идет, только дебафы. Ну, тут отстрел стана, кстати. И стрел. А как ты 14-ю волну нормально прошел или? Ну, у нас прям мало мобов дошло. Раз, что, два. Штуки три. Два моба мы пробовали. Так, все, я тебе скидываю, у меня все улучшено. Еще раз лучше. А? Еще раз лучше. Ну ладно, я сейчас буду, да, сейчас тоже лучше иду. Передам. Пионеры.
Хорош. Даже элитный сундук выпал. Так, скинул тебе остатки. Так, это было 16-я, да, волна? А, ничего здесь. Сука. Холик. Слишком много анчора, блядь. Ну ладно, два лучника прошло. Не критично. Так, скидываю тебе еще. Кинул. Быстрый собака. Угу. Ну, сдохни, сука. Так, скидываю. На этих слов не канает, походу. Ну, наши. Угу. 18-е. Что-то новенькое.
Тут уже сложно. Все равно. 20 защитных слоев осталось. Так, скидывайте и улучшай. Так, на этих щитах вообще никак не канает. Полную защиту от проклятия, защиту от атак башен. В смысле? Они от башен не получают урон? Давай дамажить. Пять волки. Угу. После этого босс будет. Если будет после этого. Ладно, это мы еще как-то пережили. Восемь слоев. Сейчас будет босс. Так, кинул тебе остатки. Можно быть потоньше как-то немножко? Ну, он слишком толстый какой-то. Хз. Не, ну, 30% он не сняло, так что... Ну, мы его не ем. Сколько он стоял съезд, интересно? Один. Хз.
Пять слоев съел. Ага, три сияющие сферы, да. Символ бездны выпал. Нифига себе. Да, мне тоже символ бездны выпал. А, это ж босс. Да. Рекомендацию главы расы можно получить. Прикольно. Жабы бегут. В этом золото падает. По 1700. Эх, 20 рыбы мы не увидим. Сколько там осталось? Хз, не заметил. Паук, синокосец. Угу. Понятно. Они снижают физическую атаку и магическую атаку. Порядочно снимают. Это как-то дамаги не хватает, мне кажется, но уже башен. Да. Сука. Там вообще чуть-чуть оставалось хп этого моба, блядь. Так, а где тут этот мужик-то? Ну вот, на 22-й волне я помер. Ну. Сколько там был рекорд? Это то, что говорили, что гномам 26 вон прошли. Так, посмотрим, что-то купить можно. Это.
Сколько этих 243 выпало? Вот так вот.